Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши подписчики, вы на канале Акваградус, я ее ведущий Андрей. И в сегодняшнем видео мы запустим рубрику, в которой мы будем отвечать на ваши вопросы. Я сегодня отвечу на те часто задаваемые вопросы, которые возникают как при покупке аппарата, так и у людей, которые только-только приобщаются к нашему делу. А в следующих рубриках будем отвечать вопросы, те, которые вы зададите в комментариях к данному видео. А чтобы заинтересовать к общению, мы в следующем видео разыграем вот такую вот замечательную пачечку дрожжей Cobra Basic Водка для производства домашней водки, будь то сахарной, фруктовой, зерновой. Данные дрожжи мы разыграем прямо в следующем видео среди наиболее активных участников нашей дискуссии. Так что, друзья, чтобы участвовать в розыгрыше, задавайте вопросы, пишите комментарии. Конечно же, обязательно должна быть подписка, ну а лайк по желанию. Итак, друзья, самый первый вопрос, который наиболее часто задают, это те люди, которые первый раз позвонили, никогда не имели дела с производством домашнего напитка, но есть такое желание, и поэтому частый вопрос, с чего же начать. Конечно же, пока к вам аппарат едет или вы выбираете, ставьте сахарную брагу. Как поставить брагу, есть видео на нашем канале. Это самое простое, что может быть. Это недорого, это очень просто, ее испортить практически невозможно. И самое ценное, что в нем есть, в этой браге, пока вы будете осваивать приобретенный вами аппарат в плане первой перегонки, второй, там испортить ничего невозможно. Даже если у вас что-то не получилось при перегонке, вы опять все это сливаете, опять можете перегонять, учиться, и нет там никакой борьбы ни за какую ароматику. Если у вас что-то не получилось, испортить там ничего невозможно. Поэтому ставим сахарную брагу, и далее, конечно же, вопросы именно касаемые сахарной браги. Следующий часто задаваемый вопрос – это почему брага не забродила. Друзья, такое, конечно же, бывает достаточно редко, чтобы сахарная брага не забродила, но в основном это из-за нескольких несоблюдений, нескольких правил. Некачественные дрожжи, по каким-то причинам дрожжи оказались мертвые изначально. Это плохая вода, химически неправильная, то есть та вода, которую даже вы пить не сможете по каким-то причинам. И третье, это температурные режимы. Вы слишком, наверное, внесли в горячую воду, и дрожжи погибли уже на этапе внесения или начала брожения. И следующий вопрос, как же понять, что брага отбродила, ее можно перегонять? Друзья, тут все еще проще. Брага, которая отбродила, прежде всего не имеет сладости, там нет сахара. Есть прибор, который можно измерить количество сахара, но это можно сделать на вкус. Ничего сложного, если мы попробуем немножечко браги на вкус, не будет. Это не вредно, не смертельно тем более, но если в браге нет сахара и она начала осветляться, была мутная, стала осветляться, это говорит о том, что брага отбродила, все дрожжи съели сахар и превратили в спирт. Готовая брага должна иметь такой слегка горьковато, с легкой кислинкой вкус. Это говорит о готовности браги. Ну и старые дедовские методы, над брагой не горит спичка, это говорит о том, что выделение углекислоты, которое происходит при брожении и при перерабатывании сахара в спирт, отсутствует, дрожжи не работают. И когда дрожжи заканчивают свою работу, они начинают оседать на дно, и брага начинает осветляться. Все, брага готова к перегонке. Следующий часто задаваемый вопрос, нужно ли обязательно делать две перегонки. Вот почему-то его задают просто максимально часто. Я не знаю, по какой причине, то ли людям кажется, что это сложно две перегонки делать, или это долго, или просто лень. Но я рекомендую все-таки делать две перегонки. Есть, конечно, напитки, которые делаются методом однократной перегонки. Чача, там еще какие-то напитки. Но поверьте, друзья, для этого надо обладать уже опытом, чтобы правильно сделать такой напиток. Потому что выделить там именно ту часть, которую можно употреблять и приятно употреблять, достаточно сложно, это требуется определенных навыков. А чтобы сделать чистый продукт, я рекомендую делать две перегонки. Первая перегонка мы делаем, когда брага созрела, когда ее надо перегнать, а вторую перегонку мы делаем для того, чтобы максимально ее очистить. Уже укрепленную, лишенную без дрожжей спирт-сырец, мы перегоняем в наш готовый напиток. Сделайте по правильному, по тому, как рекомендуется.
Яндекса, как настроены аппараты, и вы получите с первого раза отличный домашний напиток. Следующий вопрос, который часто задают, это какой самый вкусный продукт, из чего все-таки делать наиболее вкусно. Друзья, тут, знаете, вопрос всегда стоял либо целесообразности, либо того, к чему у вас проще доступ к сахаросодержащему сырью. Если вы живете в городе, конечно же, проще купить сахар. Если вы живете в деревне и у вас пропадают груши, абрикосы, персики, может быть, у кого-то, почему нет, сливы и виноград, яблоко, то, конечно же, фруктовые дистилляты, они тоже вкусные. Жалко, когда оно пропадает, и можно перерабатывать яблоки. Ведь цель получения спирта – это переработать сахар и дрожжи, превратят сахар в спирт, и мы получаем напиток. Кому-то интересно сделать домашнюю водочку, кому-то интересно сделать фруктовый дистиллят, кто-то любит зерновые, делать бурбоны, виски, это с опытом. Зерно тоже различается сильно по вкусу. Ячмень достаточно жестковатый, и я всегда рекомендую пробовать разные делать напитки, чтобы именно для себя определить, какой вам максимально вкусный будет и что вам делать проще в домашних условиях. И тоже часто задают вопросы касаемо после того, как вы получили после второй перегонки ваше тело, аппараты выдают разную спиртозность, какой-то аппарат выгоняет на крепости 80, какой-то на 96,6. Что делать с этим напитком дальше и чем разводить? Можно ли разводить кипяченой водой, либо дистиллированной, либо брать с колодца, либо брать какую-то артезианскую? Друзья, я вам скажу так, разводить надо максимально нейтральной, не минерализированной водой, не газированной. То есть подходит вода для начала. Возьмите в супермаркете малятка или что-то в этом роде. Разведение с колодцев, источников на первое время я не рекомендую, потому что может быть эффект выпадения осадка в виде минеральных солей, и ваш напиток просто станет мутный. Поэтому разводите максимально чистой водой. И разводить я рекомендую до 40 градусов. Кто-то говорит, а если я разведу 47? Друзья, разводите до 40, даже можете опускаться на 38. Поверьте, первый ваш напиток будет максимально мягкий, максимально приятный. Если вам, лично вам потом понравятся все-таки напитки 47-50 градусов, пожалуйста. Но для начала все-таки придерживайтесь 38-40 градусов. Вы удивите себя и ваших друзей мягкостью вашего домашнего напитка. И, друзья, давайте на сегодня последний вопрос, который наиболее часто задают вопрос, нужно ли продукт после того, как мы развели, дополнительно углевать, очищать яйцом, содой, перекисью водорода, марганцовкой, я не знаю, чем еще задают вопросы. Лично я считаю, что лучше качественно сделать вторую перегонку, выбрать правильно аппарат для тех напитков, которые вы собираетесь готовить дома, ведь вопрос выбора аппарата – это сложный вопрос. В зависимости от того, какие напитки вы будете и планируете делать, и надо выбрать правильный аппарат. И делая правильно вторую перегонку, качественно, в принципе, дополнительной очистки особо не нужно, но нужны соблюдение определенных условий. То есть это правильная брага, возможно осветление, первая перегонка, возможно через угольную колонну, качественная вторая перегонка и разведение качественной водой. Тогда у вас получается хороший готовый продукт. Исключение составляют люди, которым нравится водочный вкус, которые хотят получать вот это то, что в магазине, тогда необходимо очищение углем. Очищение марганцовкой и другими продуктами химической промышленности я не рекомендую на первых порах. Поменьше экспериментов при производстве своего первого напитка, и у вас гарантированно будет качественный результат. Друзья, если у вас какие-то возникли дополнительные вопросы, допустим, какие-то нюансы по браге, по первой перегонке, второй, постановке браги, осветления, разведения, задавайте в комментариях, мы постараемся активно отвечать, а наиболее активным нашим участникам мы презентуем вот такую пачечку дрожжей, как я уже сказал, а розыгрыш будет в следующем видео. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А на этом все. С вами был Андрей, компания Акваградус. Всем до следующего ролика.